Так, вот такой, значит, маленький регистратор, место под флешку. Ну, у меня стояло 8 гигов. Вот такую штучку я придумал. Это все гнется, то есть сделано из бумаги. Шлем, ну, просто вставляется. И вот считаю такое дополнение. Очень удобно. Так, значит, тут у меня еще наушники вставлены. Можно посмотреть. Вот они, наушники. Ну, тут двусторонние. Можно приклеить, у кого такого кармашка нету под наушники. Ну, у меня он есть. Очень удобно. Регулятор громкости. В принципе, если сидишь на мотоцикле, должно быть слышно хорошо. Значит, снимал я и при открытом стекле регистратором. Было хорошо все видно. И при закрытом, хоть у меня есть стекло, так сказать, не просто темное, а через него все более-менее нормально видно, даже вечером. Как оно называется-то? Солнцезащитный, как, не знаю. Ну, короче, все отлично. Вот так вот.